Слава Господу! Добрый вечер, братья и сестры! Рад приветствовать на вас на этом месте. Вот. Давайте поприветствуем друг друга, обернемся улыбками своими, поприветствуем. Слово Божьим говорится: «Возвожу мои очи к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Знаете, сегодняшний день, наши ситуации или наши обстоятельства, суетная жизнь заставляет нас смотреть вниз, заставляет нас обращать внимание, искать решение где-то. Но Слово Господа Божье говорит: «Возвожу мои очи к горам, откуда помощь придет моя». Знаете, давайте впредь наших обстоятельств, впредь наших, знаете, таких ситуаций, поднимать наши глаза наверх, откуда истинная победа, откуда истинное спасение и решение наших ситуаций. Вот. Наш любящий Отец, Он не дремлет и не спит, чтобы с нами все было хорошо. Волосы на нашей голове посчитаны, Он говорит. Вот. Давайте воздадим славу Господу. Аллилуйя, дорогой Отец, Господь, Бог наш Небесный. Мы просим Твоего благословения, Господь, на сегодняшнее служение. Господь, благослови, Господь, прославление. Господь, благослови слово, которое будет звучать. Боже, пусть Твоя слава, Твое величие, оно наполнит это место. Господь, Бог мой, я прошу Тебя во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Пусть слово Твое принесет решение. Пусть слово Твое принесет освобождение. Пусть слово Твое будет светом, Господь, в тех обстоятельствах, Господь, Бог мой, во имя Иисуса Христа. И победа Твоя, Господь, во веки веков. Аминь. Вся слава нашему Господу. Как приятно быть сегодня в доме Его. Как приятно радоваться перед Него, перед Его лицом. Прийти к Нему и прославить. Праведники собрались вместе, дабы радоваться перед Своим Отцом, дабы петь песню Ему, дабы петь славу Ему. Господь, спасибо Тебе за возможность быть сейчас перед лицом Твоим и славить Тебя. Как один человек, вся слава лишь Тебе. Ты благословен, всемогущий Господь, царь царей. Ты благословен, ты благословен, всемогущий Господь, царь царей. Ты благословен, царь вселенной, вечно с нами. Все творенье, воздаст всю честь царю царей.
по милости Его и в радости. Да, в радости. В радости. Служить мы будем Богу в радости. Мы будем петь о том, что спасены. По милости Его и в радости. Радуйтесь, праведные. Радуйтесь, праведные. Слава Господу, Господа. Пойте песню новую имени Его. Радуйтесь, праведные. Слава Господу, Господа. Пойте песню новую имени Его. Радуйтесь, праведные. Слава Господу, Господа. Пойте песню новую имени Его. Радуйтесь, праведные. Слава Господу, Господа. Пойте песню новую имени Его. Аллилуйя! Вся слава Тебе, Господь! Вся слава, Творец неба и земли, Творец каждого из нас. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо за такую привилегию стоять в Доме Твоем, радоваться и ликовать перед Тобой. Спасибо, что Ты наполняешь радостью. Спасибо за то, что Ты Бог всего. Спасибо за то, что в Тебе мы находим все, что бы ни происходило в жизни, какие бы обстоятельства ни были, хорошие, плохие. Это все не важно, когда мы приходим перед лицо Твое, когда мы склоняемся перед Тобой, когда Ты приходишь и заполняешь все вокруг своим присутствием. Спасибо Тебе, Боже. Мы склоняемся перед Тобой. Мы нуждаемся в Тебе. Мы ожидаем Тебя. Наполни нас. Yeah.
віддаємо Тобі славу, ми віддаємо Тобі хвалу, ми віддаємо Тобі честь, наш Батько. Ми просимо сьогодні, торкнися нас, сьогодні покрий нас Твоєю славою, сьогодні благослови нас так, як Ти один можеш це зробити. Батько, ми не шукаємо відповіді від людей, ми не надіємося на власні сили. Все, що нам потрібно, це реальне переживання Твоєї присутності і реальна зустріч із Тобою. Прямо зараз, Батько, ми просимо, торкнися нас. Як добрий отець, як милосердний тато, прямо зараз торкнися нас, покрий нас Твоєю милістю, покрий нас Твоєю благодаттю, наповни спокоєм наші серця, і зціли і благослови наші душі. Ми сьогодні відкриті перед Тобою, і ми чекаємо Твоєї благодаті і милості до кожного із нас. Благослови нас, Господь, хай слава Твоя, вона покриє нас. Хай засяє світло Твоє на нас. Хай ми сьогодні реально відчуємо, що обличчя Твоє обернуте до нас. Хай слава Твоя повисне. І будь слава Твоя наповняє мене. Слава наповнить нас. Хай Твоя слава наповнить ситуації, про які ми сьогодні молимося. Хай Твоя слава наповнить наші тіла, щоб в них не залишилося місця болю і хворобі. Хай Твоя слава наповнить наші душі, щоб в них не залишилося місця тривозі. Хай Твоя слава наповнить наш дух, щоб ми могли духом нашим радіти і веселитися в Твоїй присутності. Ми дякуємо, Господь, за те, що Ти з нами. І Ти реально присутній тут, на цьому місці, і ми відчуваємо це, і ми можемо переживати Тебе, ми можемо спілкуватися з Тобою, ми можемо говорити з Тобою, ми можемо відчути те, що Ти сьогодні з нами. Спасибі, наш Господь. Ми віддаємо Тобі сьогодні на цьому служенні першість, ми благословляємо Твоє ім'я, і ми вшановуємо Тебе, бо Ти є наш добрий Бог, Ти є наш Господь, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І тобі одному належить вся слава в Твоїй церкві во ім'я Ісуса. Давайте ми прославимо Господа. Алілуя. Слава Богу нашому. Слава Ісусу Христу. Алілуя. 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 Слава Господу. Дуже радий вітати всіх братів і сестри. Сідайте, будь ласка. Дякую, група прославлення, хор, спасибі за ваше служіння. У нас сьогодні прекрасний, хороший, добрий вечір, чергове служіння розбору слова. І за декілька хвилин нам будуть служити наші дітки. Вони приготували завершення сезону дитячого служіння. Ви ж знаєте, що скоро канікули? Час, якого чекають всі батьки. І не тільки діти, так. Тому наші діти, вже наближається літо, вже наближаються табори, наші діти нашим дитячим хором будуть служити нам сьогодні. Хочу тільки, перш ніж ми будемо вітати дітей, щоб ми могли вислухати оголошення, хочу нагадати про те, що в цю неділю у нас, окрім звичайного центрального служіння, прекрасних двох потоків, буде увечері
молодіжне служіння, і це буде молодіжна евангелізація в незвичному форматі, в форматі мюзиклу. Тому в цю неділю до нас приїжджає гурт, який називається «Подих свободи», мюзикл «Миротворець» про Господа Ісуса Христа. І можна приходити, приводити своїх друзів, знайомих, невіруючих, буде заклик до покаяння. Віримо, що Бог сильно благословить. Це таке молодіжне євангелізаційне служіння, але я вірю, що навіть для людей різного віку там буде цікаво, прекрасно, благословено. У нас є запрошення при виході. Ви зможете побачити таке темного кольору запрошення з надписом «Миротворець». Це на неділю на 18 годину вечора на це служіння. Дітки вже вишикувалися, так розумію, всі дивляться повз мене на них, але ще попрошу на одну мить звернути вашу увагу. Якщо можна, покажіть нам на екрані розбір слова на наступному нашому уроку. Це євангелист Марк, і ви можете сфотографувати або записати ці місця писання. Це «Дії апостолів» 12.12, 12.25, 15.37, 39, 1 Петре 5.13, Колосянам 4.10, 2 Тимофія 4.11 і Филип'янам 1.24. Я швиденько перерахував їх, швиденько перечислив, але я думаю, що більшість з вас вже змогли ще зафіксувати на відео, на фото, чи можливо переписати. Одним словом, це наше домашнє завдання на наступний раз. Ну, а перш ніж ми перейдемо до розбору слова на сьогодні, давайте привітаємо наших дітей. Вони будуть співати нам про те, що, браття і сестри, Христос воскрес! Хай Бог благословить. Будь ласка, дітки. Яскраве сонце в небесах, немає суму на очах. Співаю знову з радістю про те, що у Христі живу, про те, що Божий Син воскрес, спасіння дав нам Бог Отець. Христос воскрес! Христос воскрес, нехає страх, і ворог стане ніби брат. Звершилось чудо і чудес, Христос воістину воскрес. Співаю знову з радістю про те, що у Христі живу, про те, що Божий Син воскрес, спасіння дав нам Бог Отець. Христос воскрес! Слава Богу!
знаете, на детей можно просто смотреть, да? Даже не важно, что они поют, просто смотришь, и душа радуется. Особенно, когда там стоят твои дети, да еще и в коронке, это вообще. Это же ребенку можно одеть, уже ты же сам взрослый не оденешь, а человеку хочется в короне. По-другому никак, не убедишь. Ну, хочется, пожалуйста. Вот. Наш Господь прекрасный, Он сказал, что мы были похожими, как дети. И мы смотрим на них и умиляемся, потому что они искренние, открытые. Они такие, какие они есть, они шатаются, думают о чем-то своем, они поют. И Богу нравится, когда они славят так. Богу нравятся дети наши. Мы перейдем к разбору. Мы сегодня будем изучать Евангелиста Луку. Бог сегодня может проговорить для каждого из нас. Его Слово льется, Его живая вода льется в наши сердца, и она может оживить наши сердца, она может принести большой-большой плод. Знаете, я недавно получила откровение о почве, и хорошей почве, и сухой, и там, где вороны забрали семя. Я всегда ее воспринимала, что вот почва, она есть почва. Я его увидела, это откровение, это местописание с другой стороны, что я могу управлять, какая почва сейчас у меня. Если я буду сидеть, слушать на служении внимательно Слово Божье, я не упущу возможность, чтобы семя посеялось, оно проросло и принесло плод. Если я не буду внимательна, вороны могут какое-то слово выкрасть с моего сердца, и оно не принесет плод. Я могу действительно быть доброй почвой, не упустить эту возможность, услышать Слово Божие, принять его в свое сердце, и оно действительно может изменить мою жизнь. Сегодня Бог будет говорить в наши сердца. Мы будем говорить о Луке. Удивительной личности, особенно, я бы сказала, он был не совсем яркой такой личностью, не совсем... Ярко о нем описывает Библия, но он скромно, смиренно служил и огромный труд положил для Царства Божьего. Итак, где упоминается в Библии? Мы записываем, да? Луки 1, 1-4, Деяния 1, 1-3, Деяния 16, 10-17, 20 с 5 стиха по 21, 18 стих, 27 глава и 28 глава. Благодаря Луке мы имеем такие прекрасные две книги Библии. Это Евангелие от Луки и Деяния апостолов. Лука все очень усердно изучил, опросил свидетелей, сам был свидетелем многих чудес Божьих, пробуждения Божьего после Его вознесения. И он написал прекрасные книги о жизни Иисуса Христа и о первом пробуждении после Его вознесения. 2 Тимофеям 4:10, Филимону 1:24 и Колоссянам 4:14. Записали, да? Краткая биография. Дата и место рождения. Антиохия, первый век нашей эры. Лука получил хорошее образование, и, может быть, он даже не был евреем, а был обращенным. Он был врачом, он имел хорошее знание, богатый опыт знаний, скажем так, и сопровождал Павла во втором и третьем миссионерских путешествиях. Был с ним рядом в тюрьме, написал Евангелие и Деяния. Лука, он был верным помощником апостола Павла. Он ему помогал, и даже мы читали, кто читал ссылочки, которые были в домашнем задании, что апостол Павел сказал, все оставили меня, кроме Луки. Он был очень верным. И он сопровождал Павла и описывал то, что с ним происходило, с Павлом. Он все описывал. Поэтому мы сейчас можем это все прочитать. Написали, да? Написал Евангелие и Деяния.
Главное событие Библии, связанное с ним. Лука сопровождает Павла в Македонию. Лука сопровождает Павла в Македонию. Он сопровождает с ним, и он, можно сказать, как журналист, да? Можно так сказать, что он помогает, он служит, он тоже участвует в служении, но параллельно всему у него было образование, позволяющее ему написать, писать ему, излагать правильно свои мысли, чтобы все могли их прочитать. И он пишет Деяния. Проповедь Евангелия в Греции. Афины и Коринф. Третье. Лука сопровождает Павла в третьем миссионерском путешествии. Лука остается верным Павлу, и Павел очень благодарен ему за это. Четвертое. Прибытие в Иерусалим и арест Павла. Знаете, такое откровение для молодежи, для подростков, часто они задают вопрос: зачем мне нужна эта учеба? Да зачем мне это все нужно? Бог может использовать то, что ты будешь иметь какие-то знания, если ты будешь много читать, Бог может твои дары и таланты, твой опыт, знания, багаж, Бог может сильно использовать. Я думаю, Лука даже до конца не представлял, насколько его записи, которые он вел и собрал, насколько они будут популярными тогда. Потому что кто знает, для кого Лука писал? Для одного человека. Да, он писал для одного человека, а Писание распространилось так, что мы его вместе читаем. Пятое. Лука сопровождает Павла в Рим. Его история тесно переплетается с Павлом. Мы знаем историю Павла, мы знаем его миссионерские путешествия, но мало кто знает, что с ним был верным помощником Лука. Шестое. Рядом с Павлом в тюрьме, в тяжелое время, когда Павлу было в тесненных обстоятельствах он был, но он славил Господа, но с ним в это время был Лука. И написание Евангелия и Деяний. Другие важные личности, связанные с ним. Мы записали, да? Да, пишем. Другие важные личности, связанные с ним. Павел и Сила. Две личности у нас. Ну и давайте мы прочитаем и поговорим о хороших, положительных и отрицательных сторонах евангелиста Луки. Луки, 1 глава, с 1 по 4 стих. «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Лука пишет это для Феофила и через Феофила для всех нас. Тщательное исследование, по порядку описать тебе. Многие события он упоминает, которые не упоминают другие евангелисты, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Для чего? Для того, чтобы Феофил утвердился в твердом основании, в котором он был наставлен. Итак, положительные и отрицательные стороны. Кто можно свободно выкрикивать? Какие положительные стороны у Луки были? Верный, преданный. Что-что? Грамотный, да. Еще? Дотошный. Да, правильно. Он неотступный, да. Верный Богу. У нас даже малыши участвуют. Очень приятно. Еще? Мужественный? Да, прошел с Павлом все трудности. Итак, записываем положительные и отрицательные стороны. Верный сотрудник, скромный, не выпячивал себя. Хороший специалист,
тщательный исследователь и посвященный миссионер. Он служил Господу. Вместе с Павлом служил, наставлял, проповедовал, молился. Он посвященный миссионер, вместе ходил. Куда и шел Павел, он с ним вместе поддерживал его в служении. Верный сотрудник, скромный, не выпячивал себя, хороший специалист, тщательный исследователь, посвященный миссионер. Итак, какие у нас будут вопросы по евангелисту Луке? Можно поднимать руку, и наши помощники поднесут микрофон. Если есть вопрос, поднимайте, пожалуйста, руку. Нет вопросов? Есть вопросы? Вот сестра Рита. Да, постоянная рубрика «Вопросы от сестры Риты». Деяния святых апостолов. Сестра Рита, может, вы нам заранее будете вопросы присылать, а мы будем готовиться тщательнее, как Лука, при тщательном исследовании. Я хочу сказать, это место Писания мне недавно открылось, и это вообще для меня великая честь и привилегия задать этот вопрос, потому что он меня интересует. Значит, здесь Деяния святых апостолов, 1 глава, 3 стих. «Которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Получается, что здесь рассказывается о том, что да, Иисус являлся после того, как Он воскрес, 40 дней. И вот есть такое, ну, в народе, можно сказать, так говорят, да, что человек, когда умирает, он еще 40 дней, его душа ходит там где-то. И если взять Библию, может быть, это и основывается как бы на этом месте Писания. Ведь все, что происходило в Библии, то значит, может происходить и с нашими духовными телами. Это откровение ваше? Ну, это такое, хочу, ну, как бы вопрос рассуждения, наверное, так, предположение. Угу. Ну, смотрите, мы нигде не видим в Библии подтверждения того, что все должны воскрешать и 40 дней являться людям. Нету такого подтверждения. Это был Иисус. Он являлся для чего? Для подтверждения Его воскресения. Потому что для учеников это было... стресс большой, для них было непонятно, хотя он их предупреждал, хотя он им и говорил о том, что мне надлежит пострадать. Они этого не понимали, они видели его приход по-другому, они представляли его жизнь по-другому, его царство по-другому. Поэтому он их предупреждал, он их наставлял, он им изъяснял, открывал свое сердце. Но они до конца не могли поверить, поэтому он ее являлся им. Это могло быть написано 39 дней и ни с чем не связано. У нас нигде нет в Библии написано. Написано, что умер Лазарь, и ангелы забрали его душу и отнесли. Человек умирает, душу его сразу забирают. Вот. Перекрученное местописание, добавленное язычество, и получилось такое суржик. Религийный суржик. Еще есть вопросы? Да, пожалуйста. Риты в дуэті у нас. Доброго вечора. Чи продовжував Лука працювати лікарем після того, як Христос воскрес? Ну, так він же з Павлом ходив. Він, мабуть, що йому і допомагав, і думаю, що він працював, якщо була потреба в його знаннях, в його професійних якостях, він допомагав. Але ж він не сидів на місці, може, в той час лікарі якось мали якусь там місце, де до них люди приходили. Він ходив з Павлом. Він був в місіонерстві, але ж я думаю, що він виконував свої функції по потребі. Як, знаєте, бувають лікарі в літаку, чи є лікар комусь погано, він підходить і допомагає. Дякую за питання. Ще є питання? Піднімайте руки. Петя? Ні? Хорошо. Есть, да, есть вопросы? Хорошо, мы продолжаем. Золотые стихи. Давайте мы вместе прочитаем. То рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен.
И следующее место Писания 2 Тимофею 4:10. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». Видите, как он, апостол Павел, про Луку сказал. И роль в великом плане спасения. Для еврейского народа оставил историческое описание первого пробуждения в Иерусалиме, Деяния апостолов. Оставил историческое описание первого пробуждения в Иерусалиме. Для всех нас написал Евангелие и Деяния. Насколько скрупулезно описываются события, вы заметили? Четко в Деяниях и имена написаны, и все события, и даже количество людей, сколько было. Очень все. Лука очень серьезно подошел к этому вопросу, ответственно и серьезно. И практические выводы для нас. Тщательно все исследуй, чтобы иметь твердое основание. Тщательно все исследуй, чтобы иметь твердое основание. Знаете, евангелист Лука к вопросу написания Евангелия и Деяния, он подошел очень серьезно. Он тщательно изучил этот вопрос, и он пишет Феофилу при тщательном исследовании. Он встречался не с одним человеком, он консультировался, он серьезно подошел к этому вопросу. Он не просто написал, вот я слышал, вот то. Он тщательно исследовал. Он нам дает прекрасный урок, прекрасный пример. Любое дело, куда мы не окунаемся, за любое дело, которое мы не беремся, может быть, мы вкладываем свои финансы, может быть, начинаем какое-то дело, мы должны его тщательно исследовать. Что бы у нас ни было, ни встречалось на пути, мы должны тщательно исследовать. Если мы устраиваемся на работу, мы должны тщательно подойти к этому вопросу и исследовать. Если мы строим дом, мы должны тщательно исследовать этот вопрос. Посоветоваться, проконсультироваться со специалистами. Если вы хотите себе сделать новый образ, да, вы подходите к человеку, который в этом разбираетесь, и советую с ним, я хочу поменять прическу. Исследуйте это дело, вы подходите к специалистам. Строить дом, подходите к специалистам, советуйтесь с теми людьми, которые знают больше вас, которые что-то умеют. Тщательно исследуйте те места, куда вы ходите, с кем вы проводите какие-то молитвы, на какие служения вы посещаете. Тщательно исследуйте. Не кидайтесь головой, не ставьте свою голову под какие-то молитвы непонятные. Не кидайтесь головой в какие-то пророчества, которые для вас не ясны. Особенно духовные сферы. Тщательно исследуйте. Потому что евангелист Лука, он тщательно исследовал жизнь Иисуса Христа, чтобы преподнести нам верное, чистое Евангелие. Знаете, я недавно купила конфеты на подарок и привезла домой, и они казались просроченными. То кто виноват, скажите? Ну, я виновата, правильно? Потому что я не тщательно исследовала продукт. Взяла, гей, кукуруза, бегом скорее купила, и все. Понимаете? Да, магазин нормальный, все нормально, доверяю. Тщательно исследуйте. Сверху может быть красивая обертка. Сверху может быть все прекрасно. Вы знаете, сейчас такое время, что надо ко всему тщательно подходить и исследовать. Второй пункт. Скромно делай свое дело, и Бог сам прославит тебя. Бог хочет прославить нас. Бог хочет прославиться через каждого из нас. Бог хочет возвеличить свое имя через нас, не через каких-то особых людей, помазанников. Бог хочет видеть верных, послушных служителей Божьих. И Он свое время обязательно прославит. Он свое время обязательно возвысит, покажет свою славу. Смиренно неси свое служение. Может быть, никто не замечает его. Может быть, ты кого-то сегодня проведал, и никто об этом не узнал. Может быть, ты кому-то сегодня искренне послужил. Никто про это не услышал.
не воздал тебе славу, не, так сказать, не возвысил тебя. Делай скромно свое служение, неси скромно свое служение. Бог может через тебя и спасти, и исцелить, и поднять, и восстановить. Бог ищет верных людей. Бог ищет не тех людей, которые хотят служить Ему вот так вот в славе своей, великие. Бог ищет смиренных людей, через которых Он может прославиться. Там, где нас очень мало, там, где Бога очень много. Знаете, я недавно слышала одного молодежного пастыря, он рассказывал, что Бог его исцелил. Он говорит, у меня, я занимаюсь спортом, и у меня с ногой проблема была, я молился, чтобы Бог мне дал новый сустав, и у меня перестала нога болеть, я верю, что Бог мне дал новый сустав. И я, значит, рассказываю людям, а некоторые люди вот просто не верят в это. И знаете, что я для себя сделала вывод? А я не собираюсь им доказывать. Я не собираюсь доказывать всем, что Бог меня исцелил. Я знаю, что Бог меня исцелил. Бог сам себя прославит. Бог сам себя возвеличит. Бог сам возвеличит свое святое имя. Мы всего лишь Его работники. Мы работники на Его ниве. Мы всего лишь простые люди, верные Господу, через которых Он будет прославляться. И третье, будь верной поддержкой для своего лидера. Если бы рядом с Павлом не было Луки, мы не знали бы так много Божьих чудес. Ты важен для Господа. Твое знание, твои умения, твои дары, твои таланты, они важны для Господа. Будь верной поддержкой для своего наставника, для своего пастыря, для своего лидера, для своего пастыря церкви. Будь верной поддержкой ему. Знаете, я в своей жизни всегда старалась поддерживать своих пастырей. Когда-то, когда я начинала служение, у меня просто загорелось желание внутри служить Господу. И я не знала, с чего начать. Ну вот просто хотели служить Господу. Мы пришли вчетвером в церковь, мы в одном соку, так сказать, варились, и мы все обсуждали, все свои решения, все свои вопросы. У нас своя была, так сказать, домашняя группа. Вот, четыре подружки. И мы, ну, разговаривали, что мы хотим служить Господу, но мы не знаем, как служить Господу. Мы приняли решение, что мы будем искать любую возможность послужить Богу. Любую возможность. Где бы мы вот, не нашли эту возможность, мы будем там участвовать, мы будем там служить, мы будем там помогать. Нам не надо, так сказать, сцена, большие дела, но мы будем служить Господу. И знаете, мы придумали такое себе служение. У нас церковь была маленькая. Были мамочки с детьми. И ну, мы знали, что у них занятость, и им надо всегда помочь. Вот. И мы к этим мамочкам подходили и говорили, мы готовы вам помочь. Мы готовы посидеть с вашим ребенком, мы готовы послужить вам, куда вам надо поехать, что вам надо поубирать, куда вам надо выйти, мы готовы послужить. И мы таким образом приходили и служили людям. Служили молодым мамам. Они нам говорили, куда им надо поехать. Мы в то время приходили и служили с детьми. Мы искали возможность послужить. Знаете, эти мамочки до сих пор вспоминают нас, как мы им служили. Они говорят, мы с такой благодарностью в сердце вспоминаем эти времена. Когда мы просто приходили, общались, помогали, и они не чувствовали себя одинокими. Тогда не было так много верующих людей, не было такого общения, не было много домашек. Ты, если находился в Вишневом, ну, жил практически, вот ты верующий с ребенком, ты ни с кем не имел общения. Ты просто находился один с ребенком. И мы таким образом служили этим мамочкам. Мы приходили на служение, все уходили, мы убирали кружки, мы мыли, там, помогали, что принести, что подать, куда там подставить. Потом у нас, когда образовалась домашняя группа, мы решили, что мы будем проведывать всех, кто отошел от Господа молодых девушек. И мы начали их приходить, притягивать, приводить, приглашать. Знаете, я когда становилась в домашнюю группу, когда вот у меня появилось желание служить, мне так хотелось быть полезной для лидера. Мне так хотелось быть полезной для него. Я заглядывала ему в рот, я говорила, все, что тебе надо, я сделаю. Вот давай это, давай это, давай это, давай это, давай я буду играть. Я вообще закончила класс гитары, но классической гитары. Для меня очень сложно было научиться. Но ради, так сказать, помощи лидеру мне пришлось научиться играть
песни разные. Для меня это было сложно, но я очень хотела послужить Господу. Я очень хотела быть полезной. И где бы меня ни ставили, знаете, меня ставили иногда не в простые команды, не в простые ситуации я попадала в домашних группах. И я всегда говорила: Господь, когда приходила эта ситуация, я говорила: Господь, я очень хочу быть полезна своему пастырю. Я знаю, что ему сейчас нелегко, но я очень хочу быть ему полезна. Я хочу быть для него поддержкой. Используй меня. Мы все для кого-то являемся помощниками, правда? И самое большое, мы все являемся помощниками Иисуса Христа. Наш Иисус Христос нам доверяет, и Он хочет, чтобы мы были верными помощниками в утверждении Его Царства. Давайте мы поднимемся. Лука имел знания, Лука имел такую скрупулезность, Лука имел профессию врача, и Бог это взял и использовал для своего царства. У каждого из нас что-то есть. Тогда, когда мы были детьми, мы просто могли сидеть с маленькими детьми. Когда мы были подростками, нам было по 14 лет, мы не знали, как себя использовать, мы не могли хорошо рассказывать, мы не могли что-то такое нести, серьезное служение. Мы просто могли сидеть с маленькими детьми. И мы приходили и делали это. Когда мы попадали в какие-то ситуации каверзные, даже там не совсем, скажем так, христианские, мы выходили из этого, мы принимали решения, мы каялись перед Богом, мы говорили: этот опыт послужит для того, чтобы люди не делали так. Мы сможем служить молодым людям. Да, мы прошли это, да, мы споткнулись, да, мы где-то неправы были, но мы знаем, что мы приобрели опыт, и этот опыт сможет послужить другим людям. У каждого из нас что-то есть. У Луки были свои дары. Каждый из нас что-то закончил. Каждый из нас имеет какой-то дар и талант. Ты можешь это принести для Господа. Бог сегодня может это взять и использовать для славы твоей, своей. Бог сегодня может сделать тебя прекрасным помощником, помощником своего лидера и помощником в Его Царстве, Его помощником. Давайте мы сегодня обратимся к Господу. Давайте мы сегодня поговорим с Богом. Может быть, у тебя не совсем негативный опыт. Может быть, у тебя позади разрушенная семья. Может быть, у тебя позади большие проблемы. И ты скажешь: Господь, что у меня есть, что я могу тебе принести? Я ничего не закончил. У меня нет ничего, никаких побед в жизни. Но знай, когда ты победишь, ты сможешь послужить другим людям. Знаешь, что когда ты это пройдешь, это бесценный опыт для того, чтобы смог послужить для Царства Божьего. Все, что мы проходим в нашей жизни, я, конечно, небольшой период жизни прожила, 37 лет, но я понимаю, что все, что я имела, все, что я прошла, все, чему я научилась, все, что я прочитала, все может использовано для славы Божьей. Сегодня давайте мы откроем свои сердца и попросим, чтобы Бог научил нас доставать из своего сердца, из жизненного опыта то, что поможет ему сегодня. Давайте мы попросим, чтобы мы были хорошими помощниками для нашего Иисуса Христа, чтобы мы были хорошими помощниками для наших лидеров, чтобы мы несли свое служение верно, скромно, и чтобы Бог прославился через нас. Наш Господь, наш Бог, мы благодарны Тебе за такого прекрасного евангелиста Луку. Мы благодарны Тебе за то Евангелие, которое Ты послал для нас через этого человека, через простого, скромного человека. Мы благодарны Тебе за то, что мы увидели великое пробуждение через деяния апостолов. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты используешь то, что у нас есть, для славы Твоей. Вот мы сегодня стоим перед Тобою, и пусть наш опыт, пусть наши знания, наши умения, наши дары, наши увлечения, наши таланты послужат для Тебя, Господь. Послужат для того, чтобы мы были хорошими помощниками Тебе, Иисус. Чтобы Ты, Иисус, прославился через нас. Чтобы Царство Твое утверждалось в душах людей. Господи, Ты пришел в этот мир, чтобы утверждать свое царство.
Ты, Господи, умер за нас и воскрес, чтобы подарить каждому из нас спасение. Пусть, Господь, все наши дары, все наши таланты, все наши знания, все наши умения послужат для Тебя. Научи нас, Господи, быть верными помощниками. Научи нас, Господь, быть верными помощниками Тебе. И прославься через нас. Спасибо Тебе за все, наш Господь и Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Господу! Дякую, пастор Леся. Давайте ми прославимо Бога оплесками. Буквально пару хвилин, браті і сестри, ще хотіли б сказати декілька слів. Давайте ми присядемо. Одну ще молитву мені Бог показав, і я хотів би, щоб ми зараз її особливо звершили. Декілька слів, декілька штрихів до портрету Луки, які особисто мене дуже торкнулися. Перше, чи помітили ви, що Лука ніде в Біблії не називає себе? Він ніде не каже «я». Він каже тільки там, де по тщательному ісследуванні «мені», значить, положилось. Но всюди, де він описує в діяннях, він не каже «я Лука і Павел», а він просто каже одне слово, він каже «ми». Він бачив себе завжди командним працівником, він бачив себе завжди частинкою чогось більшого, ніж він сам. І ця унікальна скромність, вона чіпляє мене за живе. Знаєте, бути учасником багатьох великих важливих речей, але при цьому ніде, те, що ми говорили в висновках, не випятити себе, ніде не показати своє «я». Я буквально сьогодні зранку служив в семінарі «Євангельській пущі водиці», і так мені згадалося, розказав студентам цей приклад, мені здається, вже його розказував. Коли проповідуєш, коли служиш, в мене завжди одна ціль. Щоб було менше видно мене, було більше видно Ісуса. Я завжди згадую один випадок, який був. Кажуть, це реально бувальщина, так було на одному служінні. Один служитель так багато розказував «я», що йому передали записку з залу. І там було написано «Іоанна 12:21». Він відкрив Іоанна 12:21, прямо ще проповідує, але вже хоче інтересно побачити, що ж йому передали. Листає, а там написано «Господін, нам хочеться видіти Ісуса». Він настільки хотів розказати про себе і про свої заслуги, про свої досягнення, що він начебто, знаєте, став ото, як часом буває, сонячне затемнення. Знаєте, коли місяць, він попадає на траєкторію між землею і сонцем, і місяць трошки закриває сонце. Я вірю в те, що наше покликання подібне до Луки стати настільки невидимим, щоб показати діла Ісуса, щоб через нас було видно Христа. Це перший штрих. І оця скромність, така, знаєте, парадоксальна, така незвичайна, коли він не випячує себе, а він весь час бачить себе частинкою. І він завжди бачить себе в команді. Він каже «ми». І я подумав, а як ми молимося? От ви ніколи не задумались? Ми молимося молитвою «Отче наш». От зараз буквально будемо молитися за декілька хвилин. Ми не кажемо «Отче мій». А ми кажемо «Отче». А ви молитесь молитвою «Отче наш» інколи, коли ви один вдома? Я молюся. Інколи я говорю «Господи, Отче наш». І навіть коли ти один молишся цією молитвою, Христос показав її як приклад і особистої молитви. Ти же зайди в комнату твою, затворив двері твої, а потім написано «Молітесь же». Так. Тобто це приклад і модель для індивідуальної молитви. Але навіть в індивідуальній молитві уявляй себе частиною чогось більшого, ніж ти є. Частиною церкви. Ніколи не забувай, що ти не один. Не тільки, знаєте, деякі люди говорять, я і Бог, я часть вселенського тіла Ісуса Христа. Ні. Конкретно, Отче наш, ти частинка конкретної церкви, конкретних братів і сестер. І ось ця скромність Луки, де він завжди каже, ми, мене ціпляє за живе, просто торкається мене дуже сильно. Я браті і сестри, я беру з цього приклад. Мені дуже цього хотілося, мати таке ставлення, таке смиріння і таке відношення в серці. Другий штрих, який мене також сильно, от я сидів слухав пастора Лесю, і воно мене також зачепило. Я, знаєте, отримав маленьке відкриття. Врачи від Господа, браті і сестри. Не знаю, чи ви на це звернули увагу. Но Біблія каже, Павел, описуючи Луку, каже, врач возлюблений. Тобто, мій любимий врач. Можна попросту сказати. Тобто, хороший лікар – це велике благословення. Хороший лікар – це велике благословення. Це я вам кажу, як син лікаря і внук лікаря. У мене мій батько і мій дід був фельдшером, а батько був і є лікарем. Хороший лікар – це велике благословення. Віруючі дуже часто кидаються в крайнощі. Є такі, які зовсім не вірять, що Бог робить чудеса, і вони тільки на лікарів покладають надію. А є такі, які навпаки, вони кажуть, мене Бог зцілить, я до лікарів взагалі не буду звертатись. Біблія показує, навіть апостол Павло, він піднімав калік, він ісцеляв дуже неймовірні хвороби, Бог робив неймовірні чудеса, але при ньому завжди був лікар. Причому возлюблений лікар. І він його підтримував, і він йому служив. Ми не знаємо, яким було жало в плоті апостола Павла. Є різні версії, що це було, що це могло бути за проблеми в його тілі.
Ну, я вірю, що Лука був поруч і помагав йому своїми вміннями, своїми знаннями, те, про що запитувала сестра Рита. Я вірю, що він служив йому своїм досвідом. І я вам скажу, дай Боже нам людей різних професій і професіоналів свого діла в кожну сферу, які могли би служити своїми дарами і талантами. І я вірю, що Бог може благословити. Я вам скажу, хороший лікар – це теж чудо від Господа. Хто попадав на лікарів? Знаєте, лікарі діляться на кілька категорій. Я боюся помилитися. Якщо я помилюся, брат Петя Кучурний мене поправить. Він, мені здається, пам'ятає цей жарт. Що лікарі діляться на лікарі від Бога, лікарі з Богом і лікарі не дай Бог. Так от, дай Бог лікарів від Бога, дай Бог вчителів від Бога, дай Бог в кожній професії людей від Бога. І це також благословення. Бог може благословити вас через лікаря, він поставить вам точний діагноз. На сьогоднішній день це велике діло. Він пропише вам правильне лікування. Но при цьому Бог може сам ісцілити і через лікарів засвідчити чудо. Бо чудо має бути перевірено, в тому числі професіоналами. Тому лікарі від Господа, до них можна звертатись, але при цьому надіятись не на них, а на Господа, який верховний лікар. І третій штрих до портрету Луки, останній, і я хотів би, щоб одну молитву звершили. Браті і сестри, знаєте, що мене ще зацепило за живе? От до самої глибини Лука для одного чоловіка, написав стільки матеріалу, щоб одну людину наставити в вірі, утвердити в істині, щоб одну людину познайомити з Ісусом Христом, таким, яким він є. Він написав, якщо зібрати разом Євангеліє від Луки і Книгу дій святих апостолів, то виходить величезний обсяг. Це фактично разом, це значна третина фактично Нового Заповіту. І все це для одної людини. Він не знав, що ми з вами будемо це читати. Я думаю, він не здогадувався, що в 2016 році у Вишневому, якого тоді ще не було, десь там, на півночі від Єрусалиму, від Ізраїлю, люди будуть розмишляти про Луку і про те, що він написав. І ми будемо читати це в Слові Божому. Мільйони, мільярди людей будуть читати, отримувати відкриття. Ну тепер, зловіть, він писав для одної людини, але писав це з таким посвяченням, що все підібрав і створив просто шедевр. Далі, він писав це для однієї людини, але з таким помазанням, що це війшло в Біблію. Тобто він настільки, пишучи для однієї людини, свідкуючи одній людині, він настільки прикладав зусилля в пошуку Бога, що це слово Бог відкрив як Бог вдохновення, як Святе Писання. Бог наповнив це як, і зробив це частиною своєї святої книги. Настільки для однієї людини. О, якби то для стадіона проповідувати. О, якби то, знаєте, на телебачення вийти, мільйонам зразу говорити. Послухайте, Лука для мене величезний приклад служіння одній людині. Одній людині, но з таким усердієм, що потім Бог не посоромився це помістити в Писання і служити через це мільярдам і мільярдам. І я завжди кажу, слухай, проповідуєш одному, проповідуй так якісно, наче мільярдам. Одній людині, кожна окрема людина, кожна окрема душа достойна найвищого рівня посвячення і якості служіння для того, щоб цю людину привести до Ісуса і наставити вірі. Я хотів би, щоб ми могли звершити зараз одну молитву. Я хотів би, щоб ми зараз кожний помолилися за одну людину. Одну. От яку людину вам зараз Бог положить на серце? Вашого Феофіла. В Луки був свій Феофіл, у вас свій. Кого вам зараз Бог положить на серце? Щоб ми могли за цю людину, невіруючу, помолитися. І щоб ми могли оцій людині, за яку ми зараз помолимося. Можливо, ви не знаєте, хто це, ви зараз встанете для молитви. Задайте Богові запитання. Боже, покажи мені. І вам на думку прийде якась людина від Господа. Бог вам покаже цю людину. Одну. Кожний за одну. Не треба список Богові зараз перечисляти. Така спеціальна молитва. Одна людина. Ви помоліться за цю людину. І попросіть, Господи, поможи мені. Може ти мені, подібно до Луки, даси ж таке російською мовою усердіє. Таке старання, щоб я зробив, яку колосальну роботу зробив Лука. Ну, щоб я зробив, може, не так багато, но максимум того, що я можу зробити, щоб ця людина прийшла до Ісуса. Може, їй прийдеться пояснювати, якщо разом зібрати все, що написав Лука, це 24 розділи Євангелія і 28 діянь. Разом виходить 24 плюс 28, 52, так? 52 розділи написав для одного Феофіла. Може, вам для якогось свого Феофіла прийдеться проповідувати 52 розділи? Детально, тщательно об'ясняти, докладати до цього зусиль. Браті і сестри, воно не дарма. Якщо ви це зробите перед Господом, ви побачите
величезне Боже благословіння і як Бог може використати служіння одній людині для благословіння багатьох. А ми зараз станемо перед Богом. Задайте Господу запитання, і хай Бог вам покаже цю одну людину. Може, ця людина з списку ваших Закхеїв, як ми їх називаємо, ті, за кого ми молимося, кому ми святкуємо, з ким ми дружимо. Давайте, але сконцентруємося. Один. Тільки один. Хай Бог нам покаже цю людину. Ми зараз помолимося. А потім на цьому тижні я хочу вас попросити, браті і сестри, давайте ми з цією людиною поспілкуємося. І може, в цій людині будуть запитання, подробно, як Лука, по тщательному ісследуванні, ми попробуємо послужити, відповісти. Приклавши такі зусилля, таке посвячення, такі старання, ми зробимо за цим прикладом, який показав нам наш Господь Ісус Христос через Євангелиста Луко. Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за прості, але такі важливі істини, які ми можемо вчитися в Твоєму Слові і з прикладу Твоїх дітей, з прикладу Твоїх служителів. Я сьогодні молюся, мій Бог, во ім'я Ісуса Христа, покажи нам кожному свого Феофіла, якому ми можемо послужити буквально на цьому тижні. Може, це наш колега по роботі, може, це наш сусід, може, це наш знайомий, друг, родич, може, це навіть член нашої сім'ї. І цій людині потрібно тверде основання. А ми можемо докласти наших зусиль, щоб щось пояснити, щоб чомусь послужити, дати відповіді на якісь запитання, про щось розказати. Господи, покажи нам, що розказати, про що засвідчити. Можливо, якісь відкриття ти нам даш навіть щодо того, чим поділитися. Можливо, Господь, подібно до Луки, ми зберемо історії різні з життя навіть інших людей, які передамо для своїх феофілів. Я молюся, Господь, покажи одну людину, який ми можемо засвідчити. І ми молимося зараз за цих людей. Ми сьогодні разом молимося за всіх людей, які зараз, імена яких називаються перед Твоїм лицем. Щоб коли ми будемо говорити, подібно як Ти наповнив слова Луки помазанням і Святим Духом, що вони стали богонатхненними, хай так наповняться наші слова. І хай Дух Святий дихає через наші слова. Хай Дух Святий діє через наші слова. Хай Дух Святий проявиться через наші слова, які ми поговоримо до сердець цих людей. Благослови нас, Господь, зробити це протягом цього тижня і здійснити те, що ми зараз говоримо Тобі в молитві. І я дякую Тобі за це служіння, за вчення від Тебе, за настанову від Тебе, за Твою присутність і Твою велику благодать і любов до всіх нас. Спасибі Тобі, Ісус. Ми любимо Тебе, ми славимо Тебе, ми величаємо Тебе і ми служимо Тобі. Во ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. З миром Божим привітайте тих, хто поруч із вами, і хай Божа благодать супроводжує нас з Господом.